За то, что создали такую замечательную компанию. Огромное спасибо. Всегда буду любить, ценить, искренне благодарить всю свою команду. Помашите. Ты уже есть и бриллиантовый, и сапфировый, мои хорошие. Спасибо вам за вашу веру, веру в компанию, веру в себя, веру в своих людей, вашу целеустремленность, волю к победе и за то, что вы такие, какие вы есть. Я благодарю каждого лидера, который сегодня присутствует на данном банкете, на этом шикарном мероприятии, потому что это такой труд, действительно. Каждый сейчас в душе понимает, какой труд мы делаем вместе с вами. И так круто, так здорово, что сейчас Казахстан занимает первое место в СНГ по росту. Поаплодируйте себе за это. Я хочу вам пожелать, чтобы вы сегодня заразились этим успехом, этим шикарным мероприятием, этим отношением к компании, как вас ценят. Вы чувствуете, что вас ценят здесь? Да! Не слышу. Да! Вас действительно здесь ценят, любят, уважают. Здесь за одно звание вас будут поздравлять действительно круглый год. Вот помните всегда об этом, какие бы трудности и сложности у вас не были. Потому что все мы с вами на пути своего роста преодолеваем разные моменты. Бывают взлеты, бывают падения. Но если вы верите, если вы помните о своих целях и мечтах, если вы преданы компании Oriflame, если вы пришли сюда строить долгосрочный бизнес, то вы будете здесь навсегда. То вы будете идти дальше. Вы будете продолжать делать каждый день те действия, которые приводят вас к результату, приводят вас к успеху. Вы знаете, сейчас меня просто вот так вот колотило, когда Анна зачитывала все то, что у нас уже произошло с компанией Oriflame, что мы купили, где мы были, чего достигли. С компанией Oriflame, вот как назвали, да, было посещено 10 стран в рамках конференции, а в целом мы посетили за 3 года, мы начали путешествовать с компанией в 2015 году, вот за 3 года 17 стран, ребят. 17 стран всего за 3 года. Кто хочет так же? Это действительно то место, это действительно та компания, где вы можете получить это и еще больше, и еще круче, если вы действительно будете работать ежедневно, систематично, не искать отговорок. Сегодня у меня кто-то заболел, завтра была плохая погода, послезавтра сериал интересный какой-то по телевизору. Четвертый день что-то, пятый день что-то, шестой день. Так прошел каталог, так прошло полгода, так прошел год. И на банкет поехали другие лидеры, но не вы. На золотую конференцию поехали другие лидеры, но не вы. На бриллиантовую конференцию снова поехали другие лидеры, но не вы. Поэтому прямо сейчас, прямо сегодня, сию минуту работайте, стремитесь, рекрутируйте. Сколько здесь сотрудников сейчас у нас находится просто в этом зале, который не в Oriflame. Рекрутируйте, посмотрите, как они нас слушают, даже парни, которые к нам рассекают. И вы знаете, я хочу сказать, что я недавно даже рассказывала на своей планерке, я хочу вам всем пожелать, чтобы вы достигали своих желаний, мечтаний не только для себя, но всегда, конечно, помнили о своих детках. Ну, об этом родители, конечно, в первую очередь помнят, но не забывали о своих родителях. Потому что, вы знаете, несколько лет тому назад мне звонит мама и рассказывает мне о том, как она покупает в магазине банку с ананасами. Консервированные ананасы, думаю, многие знают, да, что такое. И мама говорит, я покупаю эти ананасы, прихожу домой, так, не хочется ананасов. И я ее слушаю, думаю, ну, хочется маме ананасов, ну и хочется. И она говорит, я их открываю, кушаю, думаю, ну надо же, да, мне почти 60 лет, а я впервые за свою жизнь попробовала ананас. Поэтому, ребят, я тогда рыдала, знаете, просто никому этого не пожелаю. Я даже не задумывалась о том, что моя мама к 60 годам ни разу не пробовала ананас. Поэтому я желаю вам, чтобы вы сделали жизнь своих родителей счастливой, достойной, чтобы вы им показали другой мир, чтобы вы их увозили на различные санатории, курорты, показывали им действительно достойную жизнь. И именно здесь, в этой компании, вы сможете достигать свои мечты и сделать жизнь своих детей и своих родителей счастливыми. Успехов вам, роста вам!